Одна из популярных барнаульских территорий, представленных в списке объектов для голосования, которые будут благоустроены по нацпроекту «Комфортная городская среда» в следующем 2025 году, сквер на площади Октября за зданием художественного музея края. Эта зеленая зона появилась в Барнауле еще в 30-х годах прошлого века. Со временем ее состояние пришло в упадок. Уже давно стоит актуальный вопрос, чтобы его благоустроить. Тем более мы видим, что площадь Октября у нас, во-первых, это центр. Во-вторых, у нас идет стадия реконструкции художественного музея. И понимаем, что это место притяжения жителей не только ближайших микрорайонов, но и вообще, в принципе, гостей города Барнаула. По проекту благоустройства, в случае победы данного объекта в народном голосовании, в сквере отремонтируют фонтан, который сейчас не работает. Проведут озеленение, заменят тротуарную плитку, обустроят новые скамейки и урны. Этот сквер действительно полюбился жителями. Ну и учесть того, что все-таки вокруг территория развивается, видите, здесь застраивается новыми современными домами, то есть количество жителей здесь будет увеличиться, и, соответственно, сквер дальше будет востребован. В этом году в список для возможного благоустройства вошло 37 пространств, 7 из которых расположены на территории Октябрьского района. В данный момент зеленый сквер за художественным музеем набрал почти 2000 голосов и входит в четверку самых популярных мест. Принять участие в голосовании можно до 30 апреля. Данил Кузнецов, «День с толком».